Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Это было наше фирменное приветствие в стиле нашей субкультуры. Yes! А мы это платочковичная платочковица Лена Магадан. И ее муж Колян Подков, который впервые ввел в употребление термин «платочковица». А это платочек. Он же платочек Г, то есть головной платочек для православности. Приветствуем вас на канале нашей самой неправильной православной семьи, который называется в честь самого главного аксессуара православной субкультуры. Платочки белые, платочки белые, платочки белые. 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 Платочки белые, глаза печальные. Девочки носят его на голове в церкви, а мальчики рассуждают о том, надо ли девочкам этот аксессуар носить. Широкая длинная юбка и какой-нибудь верх с длинным рукавом и маленьким вырезом. Обязательно на голове платочек или иной платочкозаменитель. Мы познакомились в 2012 году. Поженились в 2013 году. Мы по всем параметрам друг другу не подходим. У нас в семье все полная противоположность тому, как учат православные священники и психологи. Но слушаем их с удовольствием, потому что тема любимая. Мы семьеведы-любители. Нам интересна тема «Как создать счастливую семью». И что потом с ней делать? Знакомство, любви, брака, добрачных отношений, сохранение семьи, разрешение семейных конфликтов, но не с позиции субъективного идеализма, как у попов и психологов, а с позиции объективного материализма, как в жизни. Мы убежденные православные христиане, хотя и не похожи на тех, кто обычно ходит в церковь. Кого показывают по телеканалам «Спас и Союз». Мы празднуем Хэллоуин. Празднуем Хэллоуин по причине того, что православные активисты очень-очень сильно просят этот праздник не праздновать. И так достали своей пропагандой, что мы решили все-таки этот праздник отпраздновать. И день Святого Валентина. Тема праздника касается именно нас, влюбленной пары. Это первое. Второе. Нам нравится этот праздник. И третье. Мы можем этот праздник отпраздновать весело, креативно и дешево. Слушаем рок и попсу. По просьбе наших зрителей мы начинаем разбор сатанинской рок-музыки. Наши зрители неоднократно просили высказаться по поводу творчества ансамблей. Сомневаемся в том, что аборт – это убийство. И всю полученную в церкви информацию – подвергаем критическому анализу, используя разум, который прокачиваем научно-популярным контентом. Потому что мы изучаем свою религию, у нас высшее богословское образование, мы обладаем немодным в нашей субкультуре чувством юмора и критическим мышлением, мы являемся популяризаторами научного взгляда на окружающий мир и идейными борцами с невежеством и мракобесием. И наша религия нам в этом не мешает.
потому что у науки и у религии совершенно разный предмет познания. А еще из-за того, что моя мама мной неправильно беременела, я инвалид с детства второй группы. Классический зато не аборт. Беременеть мне нельзя. Да я и не могу. Не могу и не хочу. Мой муж – мой сопровождающий. В социальных проектах мы всегда действуем как одна команда, где муж думает, а я говорю. Слишком много говорю и слишком эмоционально. Мы чайют-фри. Первые в РПЦ православные чайют-фри, которые об этом открыто заявляют. То есть мы понимаем, как хорошо, когда нет детей, и как плохо, когда дети есть, но родители не справляются с их воспитанием. В церкви нас хейтят за это, ну и за то, что вместо того, чтобы защищать право на жизнь для нерожденных эмбрионов, мы выступаем за право на хорошую жизнь для тех, кто, как и мы, уже родились, потому что это наши ближние. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Платочек». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. И заходите вечером по пятницам к нам на прямые эфиры с мукбангом, где можно задавать нам провокационные вопросы. Нам можно задавать такие провокационные вопросы, за которые вас из церкви пинком под зад выгонят. А мы ответим, потому что мы учились по тем же учебникам, что и попы в духовной семинарии, мы учились на богословских курсах, мы занимались самообразованием, но в отличие от попов мы не работаем в РПЦ, в отличие от православных катехизаторов и активистов мы не болеем ПГМ, и в отличие от всех остальных православных медийных персон, мы не отчитываемся перед своим главным редактором, начальством или духовником. А еще мы будем благодарны за любую помощь, особенно за пиар и за донаты. У меня пенсия маленькая, из-за меня муж на полный рабочий день работать не может. Спонсоров у нас нет. Кстати, те, кто выступают за запрет абортов, должны мне донат. У моей мамы были медицинские показания к аборту, а она решила родить. Вот я и родилась. А на какие деньги лекарства, еду покупать? Мама, мама, что мы будем делать? Ку! Мама, мама, как мы будем жить? Ику, 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 ику. Подпишитесь на канал «Платочек». Мы монетизацию хотим. Ику, 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 ику.